Губернатор Олег Кожемяка побывал на передовых позициях приморских бойцов мотострелкового полка в зоне СВО. Олег Кожемяка вместе с мэром Артемом Вячеславом Квоном, главой Уссурийска Евгением Коржом, председателем Заксобрания края Александром Роликом и бывшим командующим Тихоокеанского флота Константином Сиденко преодолел 1000 километров, чтобы проведать приморских бойцов на передовой. В этот раз губернатор Олег Кожемяка привез партию спецоборудования и дополнительных технических средств. Глава региона побывал на позициях, обустроенных с помощью пиломатериалов от приморских лесопромышленников, пообщался с бойцами, уточнил у командования текущие потребности для фронта.